Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Басин Петр Васильевич, русский религиозный, исторический портретный живописец, академик с 1830 года, заслуженный профессор Императорской академии художеств. Родился в Санкт-Петербурге в 1793 году, 25 июня. Служил в экспедиции в государственных доходах Министерства финансов. С 1811 года посещал рисовальные классы Академии художеств в качестве вольнослушателя. В 1813 поступил в Академию студентом, овладевал художественным мастерством под руководством профессора Шибуева. В 1818 году за программную картину «Христос изгоняет из храма торгующих» Басин получил большую золотую медаль и право на пенсионерское пребывание за границей на средства Академии. 11 лет провел в Риме, копировал произведения Рафаэля. Художник создает ряд оригинальных произведений, как на академические мифологические сюжеты, так и на более реалистическую жанровую тематику. В 1826-1828 годах Басин пишет картину «Сократ в битве при Потидее», защищает Алкивиада. После успешного показа этой картины в Риме, картина была отправлена морем в Санкт-Петербург. Но корабль, перевозивших эту картину, потерпел крушение, и холст оказался сильно испорчен. Басин картину отреставрировал и подарил Академии художеств. В 1830 году получает звание академика и вскоре начинает преподавательскую работу. Получив в 1836 году звание профессора второй степени, а затем и заслуженного профессора по портретной и исторической живопись. Был произведен член действительно статского советника. Оставил кафедры в 1869 году по причине прогрессирующей болезни глаз. Хотя Басин много работал как портретист, он получил известность благодаря монументальным работам в церквях и светских общественных зданиях, в том числе и Исаакиевском соборе, для которого создал до 40 образов и картин религиозного содержания, из всех художников, работавших в соборе, выполнив наибольший объем роспись. Дописывал эскизы Брюлова на плафоне главного собора. Картины Басина были включены в собрание Академии художеств. Деятельность Басина не исчерпывалась творческой работой и преподаванием. Он неоднократно выступал в качестве эксперта при покупке коллекции княгини Трубецкой и произведений из коллекции нидерландского короля Вильгельма II для Зимнего дворца и покупке частной скульптурной коллекции ректора Димута Малиновского для Академии художеств. Им также переведен с итальянского на русский краткий курс анатомии для живописцев «Дель Медико». Умер в 1877 году, похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. Умер в возрасте 84 года. Пока-пока, до свидания. Немножко о Петре Васильевиче Басине, русском религиозном, историческом и портретном живописце, академике, заслуженном профессоре Императорской академии художеств. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.